Итак, всем привет, всех приветствую. Обещал в конце прошлой серии уже добежать до Сидоровича. Вот. Давай посмотрим, где у нас выход. Так, подожди-ка, музыка. Ну, старая проблема наша, всем известна. Давай. Нужно дозавершить уже эту игру. Так. Ну, явно мне не сюда, заброшенный госпиталь, хотя, подожди. Это типа заброшенный госпиталь? Нет, это радар, получается. А где заброшенный госпиталь? Вот сама локация, Лиманск. Ну, же, по идее, этот заброшенный госпиталь должен быть. Это еще вроде сталкера, это, чистое небо, по-моему, так. Ха. Почему переход именно сюда? Я немного просто не понимаю, это просто немного нелогично. Ну давай, слушай, я не знаю, ну на ЧС, наверное, как вот шли мы с тобою. Попробуем как-то, ну, логично, то есть выйти, а то там куда-то типа пойди наверх, упадешь на низ, там что-то вообще, ну, какое-то очень странное. На радаре оно где-то там вообще справа. Не понимаю пока что. Ну, пробежимся, да, вот там, где мы вот ходили. Я не знаю, тут мне сейчас ждать толпу монолитовцев, не ждать. Звуки странные, страшные. Так. Так, ну смотри, мы попали сюда, и сейчас нам, по сути, наверное, по этой вот дороге вот сюда обходишь и, короче, выходишь на затон. Давай. А чё у меня там за перевес? Чё я там тащу с собою? Ну, винтовочку тащу. Эту. АЦ-шечку. Давай гаусовку, а то сейчас какая химера выскочит, блин, как. У нас были уже такие сюрпризы. Добежим до Сидоровича. Посмотрим, что скажет он. Чего, блядь? Нихера себе, можно время узнать, нажав на часы. Ебать. Псевдопест. Его разнесло прям этого псевдопса. Что он тут забыл, непонятно. Так. Я же сейчас на этот раз химера никакой не обитает. Ну, вроде похоже на то, что не обитает. То были у нас тут кое-какие проблемки. А помните, как порывались? Там еще псевдогигант был. Так, больше похавать ничего нету. Давай попью хотя бы энергетика. Здесь же у нас вроде располагались эти чистонебовцы, да? Когда-то. Уже забор мне не помешает никакой, не? Не. По идее, не должен. И вот мы сейчас, короче, смотри, прямиком выходим. Ну, понятное дело, что здесь ничего нету. Решил так на всякий проверить. Ля-ля-ля-ля, смотри, кто там ходит. Ну? Давай-давай, на папку.
Давай, малышка. Тебе дополнительно. За все мои страдания с тобою. Подгрузились. Все как надо. Подожди, давай. Давай музычку сразу уберу. Так. Слушай, ну, наверное, надо куда? К этим и... И, короче, услугами проводника пользоваться. Ну, типа так быстрее, что ли. Короче, я, наверное, все это вырежу дело, как я тут бегаю там. Возможно. Я еще пока не определился. Типа, чтобы сделать чуть более интересно. Короче, давайте встретимся уже в следующем кадре. А, ну что, продолжаем. Вот я почти добежал. Сейчас тут, наверное, можно и хапки затариться. Так, подождите, ну что я не сделал, это вот, сука, не сделал. Тише. Ну слушай, сейчас я покушаем. Побежим до Сидоровича, я не знаю. Ну не побежим, а это... Водниками будем пользоваться. Давай. Железная дверь прям в лицо. Привет. Здорово. Слушай, мне наверх, все такое с ней работает. Да чё? Да чё ты, чё ты? Да ничего ты. Давай, прикупить. А, держи этот таек, блин. Все равно его как временное решение подбирал. И он, в принципе, уже не интересен, если я добрался до вас, скажем так. Все, денежек немного есть, это вот все на переходы. Давай хавки я у тебя просто куплю. А, так, хавка. Давай, чуть аптек, минтик и хавку. О, МРЕшечка пошла, хорошо. Все, так, купить. А то мне после своих этих медицинских, скажем так. Все, наконец-то он, блядь, наелся. Давай, давай, не задерживай. А не задерживаю, где тут у вас проводник сидит? Не учатся ничему некоторые. Хуже у тебя. О, братья-близнецы. Подожди, кто тут проводник, блядь? Ты проводник? Это ж он тут, блин, стоял? Или ты? Нет. Ну что-то до года просто до хрена. Ты проводник? Ты проводник? Просил старшего. Ну нет. Привет. Бывай, говорю. Ну ты тогда, скорее всего. Так. Крайние окрестности Юпитера. Подожди, а куда мне надо окрестности Юпитера? Нет. Как у нас толока называется? Окрестности Юпитера, да. Окрестности Юпитера. Ну давай. Вот хай на Припяти, Припять. Окрестности Юпитера. То есть, ну вот, надо назад, по сути, идти. Ну, окрестности Юпитера. Твои маршруты, так, окей. Окрестности Юпитера. Чудо какое-то, не иначе, блин. Че он нас не вел, непонятно.
Типа он такой, братан, да ты чё сейчас ночь, я тут хочу отдохнуть, я там уже троих провёл. Такой. Ебать. Пока кнопку не нажал, но он не сработал. Странно, что сообщение оно не вывело. Так, кто здесь? Кто здесь тот чувак ответственный, который водит на другие локации? Привет, брат. Привет, привет, подожди, слушай, опять музыка гремит, давай, вот так вот. Ты кто? Какие у тебя маршруты? Скадовск, Желез, Припять, Росток. Ну, наверное, на Росток. Желез, Росток. Подожди, ну, наверное, да, скорее на Росток он водит, да? То есть, нам надо, скорее всего, на Росток. Этот Росток, радар. Ой, блин, нахрен радар, блин, ты чё, дядя? Центр Припяти. Блять, а где этот Росток? Подожди, я забыл уже. Лиманск. Город. Бар. По-моему, Росток. Нет, Янтарь. Это я с Янтарем перепутал. Где-то он или ниже. Вот тут вот где-то Рабхом. Свалка. Темная долина. Сейчас, наверное, истинный сталкер. Что это, блять? За лока. Дворец культуры, блять. Детский сад. Что за детский сад, блять? Росток. Ну слушай, хрен с тобой, пошли на Росток. Мне кажется, это то место, куда нам надо. Я сейчас я такой. А, ну точно, это же Росток. О, братва, что у вас там интересного происходит? С кем воюете? Дайте мне повоевать. А, дайте к тебе грозу возьму. Всех убили. Мне ничего не оставили. Как вы могли? Отработали. Вольно. Ну, раз вольно, раз отработали. А с кем воевали? Зомбями? Че ты меня там, блядь, своим... Колоком тычешь. Я тут, блять, хозяин. Я тут щас свернулся, понимаешь ли. Давайте мне в ноги кланяйтесь. Одну уберу. Так, ну проводник. Слушай, а давай-ка я на Лену забегу. Слушай, да ты там кого-то искал? Работа. А, иди ты нахрен, короче. Привет, брат. Здорово. Есть ли у меня противник? Слушай, а у нас, оказывается, есть что еще поделать. Давай я, короче, сейванусь. Есть противник. Это финал, тебе предстоит бой со сталкером-мастером. Да, он один, но он в экзоскелете и с хорошим оружием. Ну, короче, сейчас посмотрим. Станем чемпионом арены. Но с небольшими изменениями. Он даже не подозревал. Итак, нож против FN 2000. Поехали! Так, так. Может? Братан, я с ЧС вернулся. Это точно. Мне там такие, блядь, вещи пригодилось отрабатывать, блядь, каждую серию, не знаю. Дозиметр, КПК. Так, подожди, не, взять его можно в слот? Спасибо. Блин, сейчас еще раскидывать. Блядь, водяга хлопнул. Ну, за победу, как говорится. Так, это вставил. Так, ну все, заебись. И же ничего не лежит сейчас. Ничего не лежит. Сейф. А, ХП. ХП половина. Давай, хильнусь. Бабки мои где? Гони. Десятка.
Ты дошел до финала, опасаясь последняя схватка. Смертельный бой в этом бою сам за себя. Помимо тебя, в схватке принимают участие еще 4 сталкера, 7 мастера, все следят. А теперь все будет честно, у тебя будет точно такое же снаряжение. Никаких аптечек и бинтов. Готов доказать, что ты лучше. Пошел. Давай, подожди, я не знаю, сохранить. Так вот. Окей. Есть несколько вопросов, господи, противников показалось. Что-то мне казалось, что финал это уже. И только сегодня бой за обладание званием мастера арены. В нем участвуют 5 финалистов. Блять. Что за прицел, блять? Что это за дресня, блять? Как бедра придется, что ли, работать? Так, минус один, окей. Но они, по идее, каждый против друга должны быть. Господи, как в эту дресню стрелять, блядь? Блядь, ни аптечек же, ничего нету. Сука, ты можешь бежать? В том ебучем экзаче. Are you fine? Так ладно, еще минус один. Братан, мы тут-то не с таким, блядь, справлялись, так что ты не ссы. Блядь, почему они все против меня, блядь? Ну, в смысле... В условиях же там было написано, что типа... Они вообще, в принципе, должны быть и против друг друга. А такое чувство, что они объединились тут, блядь, против меня одного. Давай, последний, ты где? Ты живой там, блядь, не живой? Ты жива, че не жива? Что надо было нахер этот экзачку вытянуть? Не знаю, сколько у меня там патронов. Ай, блядь, слушай. Когда я был... Подожди, я кровотечку установлю. Ну это нечестный бой был, блядь. Они все против меня были. Блин, опять это... Давай надевай там свои титановые сетки. Че, сколько отдашь? Опять десятку. Так, ну у него только мутанты остались. Это... Да я не знаю, там неинтересно на самом деле. Даже не знаю, хочу ли это проходить вместе с этими мутантами. Наверное, скорее всего, не хочу. Уж извините. Ну, привет. Дорога, мужик, чё охраняешь? Просто комнату стоишь, чтоб тебя поставили сюда. Ну давай в угол. Блять, какой угол? Давай в угол. Мужик, это пускай в угол своем стоит, а мы, короче, пойдем в бак, поищем проводника и пойдем, короче, дальше. Тут посражались чуть-чуть, тех, кто на добавили в серию. Да. Вот экшончик был у нас. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Давай, энергетик. Привет, брат. Ты проводник. А, чтобы ты отвел меня на кордон. О, на кордон, все. Ребята, мы добрались. Так, ну что, посмотрим, сколько нам тут сейчас Сидорич отвалит за все это дело, блин. Давай звук сразу. Подключу немного. Фонарик, чтобы вам тут. Фонарик. Мистер Фонарик. Мистер Фонарик я не надевал. После арены. Где он? Давай, мистер Фонарик. И вам ПНВшку. Не, ПНВшка. Так, подожди, мне же сюда, да? Блять, а помните, как я тут с чабанами в первой серии страдал? Ух, там с ПМ-ичем.
Так я по ним там пил, а они ни хрена не дохли. Все. Ну сейчас я такой иду, серьезный пацан. С гаусской, с грозой этой. С. Тут пацаны расходятся, причем такой хуяк второго. Они даже мне слова не сказали. Повернулся на них, они, блин. Ну ладно, там просто уходил в сторону. Вести. Теперь ты тут за главную, смотри, какая волына есть. Ну, и что теперь? Да ничего. А что ты сразу это? Ну. Девушка крышевидная, но. Ладно. Она просто хотела, чтобы я ей так немного спинку помял. Ну что, Сидорич? Найди там ему дверь. Какой як там, на. Сталкер. Ёбнулся. Так. Ну здорово, Сидорич, вернулся я. Это-то я вижу, только я не вижу стрелка, ты его хоть нашел. Обижаешь, старик, обижаешь. Не то, что нашел, а даже побывал в его группе. Короче, выяснил, что исполнитель желаний вполне реален. Не только это одна большая ловушка хреновая. Это приманивает сталкеров, после чего промывает те мозги. Ну а там либо группировку зиловскую, либо фанатики. А, труповозку зиловскую, либо фанатики. Если б не видел все воочию, то точно бы пальцем у виска покрутил, да поспал у доктора, да послал к доктору. Даже не знаю, как я теперь по ночам спать буду. Ближайшие несколько дней точно глаз не сомкну. Понятно. Я бы сейчас покрутил пальцем, да вышвырнул тебя из бункера, если б не знал, что в зоне не такое возможно. Собственно, теперь понятно, почему кроме распространения зоны никаких внезапных богачей или царей на земле так и не случилось. Теперь будет гораздо проще выбивать иллюзорную дурь из новичков, когда у тебя есть доказательства. Ага. Нафига какой секретная информация? Короче, вот тебе флешка. Аж несколько чертова гигабайт. Вот, держи. 45 тысяч. Вот оценка моих всех страданий. Там, блядь, по-моему, должно быть... Хрен знает, 4 миллиона 500 тысяч минимум. Удалось завершить то, что начал стрелок пару лет назад. Плюс миф об исполнителе желания окончательно развеян. Принес мне копеечку, хихи. За выполнение задания и бонус задания заработал. Еще религиозной стало. Все проповеди какие-то левые звучат, да и сталкеры такие. Что, блин, происходит? Ох, Сидорич. Держи тебе, самого ЧСа нес. Походу он оттуда. Вот артефакт. Волот изумруд, короче, мне выдали. Смотри, какой. Вот это можешь собрать. Все, ребята, короче, модификация пройдена. Что могу сказать? Что могу тебе сказать, Сидорич? Было интересно, но, скажем так, некоторые аспекты модификации, типа вот детектора аномалии, он, который ни хрена не работает. То есть он заходит в аномалию, там, мы уже сколько аномалий обижали, он просто не видит ее. Никаких артефактов в аномалиях. Что еще могу сказать? Это, блядь, надоедливые звуки, блин. Постоянно надо было сюда выходить, блин, и громкость музыки вот эту вот выкручивать гребаную тоже как-то надоело мне. Вот. Ну, а в целом модификация прикольная, играбельная. Вот. В принципе, можете себе скачать, поиграть. Если вы не стример, эту... ролики, короче, на YouTube не записывайте, вам не надо будет постоянно с этой хренью ебаться. Если вам не особо интересен сталкер, как чисто побегать в поиск артефактов, а именно там постреляться, я не знаю, квесты попроходить, то, пожалуйста, модификация для вас. Все, на этом я заканчиваю. Вот, а с вами был Зазеппа. Лайк, подписка, вам Сидорич там уже почти спит, смотрите. Все, всем пока.